Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый птаха. Я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Да мертв. Привет от лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно? Смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Какой хороший день. Так, а кто? Как там, черт побери, ее звали? Джей! Кто это Джей? Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги, так сказать, кахонс. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Да! Пусти его. Это опасные люди. Берите дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь, если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы. Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался в тапе. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. Отлично. Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. У меня для всех вас сюрприз. Часть 2. Ой, глава 2. Добро пожаловать. Ну, что ж, пойдем к барону. Вышибала чужаков не любит. Ну, значит, пойдем здесь. Yes.
как бы здесь пробраться незаметно. Может, тут одежда есть? Нереально пройти без драки. Попробуем. Так, улику берем, дробовик берем. Ну, это только так можно. Добро пожаловать в Хоуп Профессионал.
Думаю, в этой серии заберем свои пистолеты. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть. Что? Это подарок. От осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха. Все, что он захочет. Найдите 47-го любой ценой. Глава 2. Подарок. Они мои. А документы у тебя есть? Я могу просто их забрать. Ты не похож на вора. Это не будет воровством. Знаешь что? Я их продам, если победишь девчонку. Справишься с девчонкой? Смотря с какой. Моя Линечка кому угодно фору даст. Даже тебе. Строго воспрещен. В смысле встречался? Дробовик разобранный. Может, она и не выглядит прям супер, но когда ты держишь ее в руках, секс,
Блин. Ладно. Возьму юм. Где он? Вот он. Вот чего ты тут бегаешь, скажи. Эй, здоровяк! Отлично стреляй! Никогда еще вот этим вот способом. Ай. Да блин, твой инстинкт. Надо сенсу увеличить. Это еле ёзится. Ой. Прицел. А, вот чуть-чуть увеличится. Задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием. Перезаряжаемся.
Да блин. Я сейчас уровень сложности понизу. На низком уровне сложно, кстати, будет. Благо под названием авто восстановление. Эх. А, ой. С самого начала надо было. Ладно. Снайперку взять. Они должны быть сзади, там же, где я стоял, уже глядел, не нашел. Надо же, с утра они были. И на складе у нас их точно не осталось. Я уго был бы. Держать.
Ну все. Сильвербойлеры мои. Ты победил меня в честном бою. Можно было бы, конечно, украсть и ключ. Но я поступил честно. Почему он пишет в М вместо Н? Неграмотный какой. Ну что ж. Я их получил. Пистолет Сильвербойлер. Ну, кстати, только в костюме. Ой. Свирепый Овен, чё? Я такой не находил. Надо будет потом поискать. Выбор оружия. Девушки бывают разные. То есть тут всё-таки есть снайперка. Личный арсенал. Ключ. Ладно. Ну что же, с вами был Боди ТВ. Всем пока.